Всем наидобрейшего денечка. Как и обещала, поотвечаем сегодня на комментарии на ваши. А у меня что-нибудь, да не слава богу. То есть уже второй день я без нормального телефона. То есть вот это у меня сейчас старый телефон, который на последнем издыхании. Вчера сыну написала, говорю, показала ему, что случилось, то есть, с телефоном. То есть, он ни с того, ни с сего начал вот так вот мигать, вот так вот. То есть, просто вообще все мигает, все подряд включается, выключается, сообщения отправляются, как будто бы пишется. То есть, прям... В общем, сегодня поеду на Авито покупать новый телефон. Ну, не новый, бэушный, но в хорошем состоянии. Пофигу, что бэушный. Но хотя бы работающий, потому что тот телефон у меня просто даже не выключается и не включается. То есть вообще, то есть нажимаешь, выкл зажимаешь, то есть ничего не происходит. То есть абсолютно. И он постоянно вот мигает, пока у него зарядка, видимо, еще есть. Причем очень долго держится. Он перед этим хорошо был заряжен на 100% и до сих пор периодически включается и выключается. В общем, и неприятная ситуация, но то, что... Сын мне выслал денег, нашел мне телефон, потому что он в этом лучше меня разбирается. Я в этом очень тупая, сиди, я сам открою. И, в общем, поеду за новым бэушным телефоном. Ну, как-то так. Пускай бэушный, но зато будет в рабочем состоянии. Там какой-то сервис, который они, видимо, чинят, не чинят. В общем, через Авито отзывов много хороших. И, в общем, поеду. Путь дорогу. То есть, потому что мне телефон и для работы нужен, а вот этот, вот он у меня уже совсем прямо вообще ни о чем. Ну и пойдем по вашим комментариям. Если кого-то не скажу, вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что иногда просто... Я потому что вчера и позавчера пыталась и письменно отвечать. Но что-то отвлекает, что-то берет, то есть я сяду, поотвечаю, то есть бегу дальше, то есть что-то делать. Опять поотвечаю, бегу дальше что-то делать. Все время нажимаю на неотвеченные, то есть стараюсь идти вниз, но вот, прошу прощения, дел очень много, работы прибавилось. Щенки, сад, огород, сошулька, то есть поэтому не обессудьте, наши дорогие. Сегодня вот, прям вот с сегодняшнего дня и начну, и вниз даже те, которые отвечала, потому что, возможно, у кого-то такие же вопросы. Так. Щеночки, то есть выставила, не щеночки, в смысле, собаки, которые были практически год назад видео. Там еще и шпицульки есть. То, что спасибо, Мария Северянник, Северянка, господи, извините. Тут меня просто копают сзади. Так, спасибо, Татьяна, приятно вспомнить песиков, какими они были. Шейх возмужал. Фейка, как обычно, сначала кусает, а потом целует, да. И там лялечка такая небольшая, не крупная, такая маленькая, прямо куда деваться. Лялюшка, лялюшка прямо. Красавчики, пишет. Доброе утро. Но я уж не буду всех говорить про доброе утро, спокойной ноченьки. То есть это потому что много от вас комментариев таких. Большое вам спасибо. Тоже стараюсь отвечать, но не всегда получается. Маруся Климова спрашивает, добрый вечер, а подскажите, а блог «Мои веселые собачки» это что? Это мой второй канал на всякий случай, то есть потому что у меня блокировали уже один канал, и вот этот вот «Мои веселые собачки», я его по чуть-чуть туда видео тоже закидываю, просто на всякий случай, если что, если вдруг мой этот канал заблокируют за что-нибудь, чтобы был запасной канал, то есть это просто про запас. Спокойной ночи, ты так. Одеяло и подушки ждут, ребят. Ляля большая воздушная зефирка, Ольга Романченко пишет, это точно. Вот она зефирка, зефирка прямо. Вот Езомов пишет, блевотина. Ну, так вот. Хотя там всего лишь навсего дамплинги. Пельмени только заморские, азиатские пельмени. То есть, ну, вот, такие тоже встречаются. Без них никуда. Я вообще даже удивлена, что последнее время у меня неадекватных практически нет. Все абсолютно хорошие. Никитина Марина пишет. Хорошего дня, хорошего настроения. Такое ощущение, что вы как Шива восьмирукая.
убрать, постирать, за всеми накормить, приготовить, да еще поработать и про сад не забыть, и с Сашулькой пообщаться, и сами иногда поесть здоровье. Большое вам спасибо. Вот ваши бы слова, да Богу в уши. Вот, к сожалению, вообще не шило. И хватаешься за 150 дел, и половина, естественно, не получается. То есть, это, в смысле, откладывается все в более и более долгий ящик. То есть, хочется всего много, а вот по времени вот, ну, никак не получается. Еще плюс сейчас и работы прибавилось. То есть и хочется всего, хочется и вышивки достать, уже 100 лет не вышивала, и мыло сварить, то есть и декупажем вечер хотя бы уделить, ну, пару вечерков, то есть это, и вот никак не получается. Еще меня просили опять показать пряжу Лизе Пуф, я вот уже держу этот моток, то есть это, чтобы начать вязать, показать, как начать вязать. Хотя я сложных узоров не умею, я вообще самоучка, то есть, ну, хотя бы начальное что-то, вот пледики какие-то, тряпочки вязать. Это, конечно, могу, то есть, показать. И вот лежит, и все, руки не доходят. Мини-собачник, собачки питомника Скородонка. Кстати, огромное вам спасибо за все ваши советы. Негативный опыт тоже опыт. Вон сколько полезной информации уже получено. Часто от нас ничего не зависит. Как не дезинфицируй, как не намывай. Стерильных условий для наших питомцев, к сожалению, создать нельзя. Думайте о хорошем, но не расслабляйтесь, правильно. Удачи, сильного иммунитета питомцам, здоровья. Благодарю вас и за все ваши советы благодарю. То есть это, вот, правда, многое что узнаю, грубо говоря, когда просто в интернете прочитал, там многое фигни пишут. То есть и непонятно, кто это написал. А когда люди, именно заводчики, рассказывают, объясняют и пишут, это все-таки гораздо... как правильная информация, объективная информация, то есть, потому что люди со знанием дела это все пишут и рассказывают. Про препарат я рассказывала, который мне посоветовали, господи, сейчас, чтобы не наврать, посмотрю. Вирудес, то есть, вот Ольга Романченко пишет, что хороший препарат, и его еще можно заказывать на сайте, вот кому может быть нужно. global-vet.ru, и там литр стоит 580 рублей, пишет Ольга, и высылают с деком. Огромное вам спасибо, потому что я по акции заказала за 633 рубля, а там цены вообще космос, до 1700. Вот. Дальше пишет Ольга Романченко про эту лампу, вот, которая вот для дезинфекции помещений. Я вам тоже писала, но видно, вы меня не услышали, потому что, ну, Ольга Романченко вежливый человек и пишет, что я в шоковом состоянии была. То есть, и вещь хорошая, а так-то я была вообще в неадекватном состоянии. Пишет, и правильно, что заказали, она пригодится в любом случае. То есть, это спасибо, спасибо. Действительно, возможно, я тогда, то есть, вообще, потому что смотришь книгу, видишь фигу, называется. Но, то есть, не соображала половина вообще, что-то услышала, что-то увидела, а что-то и мимо ушей пропустила или прочитала, и в один глаз влетела, и из второго вылетела. Ну, тут много мимимичности, то есть, всякие ту-ту-ту, то есть, это, да, и питомник собак Чихуахуа, Екатеринбург, тоже вам огромное спасибо за все ваши советы. Так. Ольга Цыганова пишет, Танюша, а почему Милусь очень мало контактирует с малышами и всеми? Или это мне так кажется? Нет, не кажется. Милуська вообще, то есть вот в этом году она к малышам очень равнодушна вообще. То есть, может быть, за все время, может, раза 3-4 к ним подошла и все. То есть вообще как бы фиолетово ей. Плевать она хотела. Не знаю почему. И вообще как-то... Она такая больше уединенно отдыхает, такая звезда, прям это ня-ня-ня-ня. Ну, то, что малыши быстро растут, да, прямо, то есть, это, растут не по дням, а по часам. О, видео у меня было давно еще, приключения многострадальные, посылки продолжаются. Ну, то есть, по названию, мне кажется, все понятно, что какая-то жесть с посылкой происходит, где-то она потерялась. Девушка одна вот очень возмущается, девушка Марина, то есть, искала помощи информационной. Зачем выложила свой крик души автор, мне непонятно. Информации ноль, жалко потраченного времени.
Человек продолжает тратить свое время на написание комментария. У меня в названии видео нет ничего, чтобы указывало на полезную информацию, то есть по поводу почты. То есть приключения многострадальной посылки продолжаются, я думаю, понятно из самого названия, что там ничего хорошего с посылкой не произошло. То есть почему человек искал информационной помощи именно у меня, я не в курсе. Ну, как-то так. Возможно, нужно было на сайт какой-то более зайти, где именно люди с посылками разбираются. Сейчас много каналов по разным тематикам. Возможно, где-то есть и кто помогает в почтовых вот этих всех разборках находить нужный выход из положения. Так, ну вот тут опять милоты много, милоты. Потом опять пишет, фигня, какая фигня, фу-фу-фу. Прям вот вообще. Ну, фигня-фигня, пойдите, пожалуйста, на другой канал. Но. Елена Персанова пишет. Добрый вечер, как понятно все ваши переживания. Пусть все инфекции и бяки обходят ваш дом стороной. Думаю, что все уже будет хорошо. Прошло достаточно времени. Все мыто, перемыто. Ну, вот сейчас опять новое средство возьму и буду мыть. А, Татьяна, кем вы... Вот я не ответила. Да, хотела ответить, а что-то меня отвлекло. Но, Татьяна, кем вы работаете, если не секрет? Тоже на удаленке работаю с цифрами, отчетами. Экономист, Елена. У меня, можно сказать, я больше бухгалтер и счетовод. Вот что-то вот между этим. То есть и бухгалтерия, и иногда тупые подсчеты. То есть это все вместе. Ну, меня называют на фирме бухгалтером. То есть я считаюсь бухгалтером. Когда этого работала 16 лет главбухом, и опять меня потихоньку жизнь привела к бухгалтерии. Хотя не сказать, что я люблю эту работу, но у меня всегда такой волшебный график, который меня просто обалдеть как устраивает. Собаки разлаялись, видимо, Саша собралась в школу. Да? Сейчас, Саша, у меня есть еще 2-3 минутки? Да, вообще. Я думаю, что они там лают? Так, дальше. С днем рождения, очень много от вас поздравлений, большое спасибо, то есть это... Вот Елена Дмитриева пишет, прививки сейчас тоже непонятные. На биваку я доверяла, всех собак и кошек им прививала, еще их назальная вакцина была хорошая, дополнительно для питомников или у кого много животных. А сейчас это как лотерея. Я не заводчик, почти все хвостики были с первыми вакцинами от хозяев. Да, сейчас вот очень сложно с вакцинами, потому что вот были чешские, их тоже хвалили, а вот по осени сказали, что очень у многих пробивала вот эта вакцина именно на энтерит. И да, то, что вот Елена пишет, можно принести с прогулки собакам в дом и на обуви, и... На машине, то есть, ну, машина у нас стоит на приколе сейчас, но сами можем, Сашулька в школу ходит, я в магазин хожу, еще куда-то по делам езжу, то есть, это тоже можно, ну, принести в любом случае. Курьер доставку даже привез, то есть, где этот пакет стоял, может, на землю ставили, где собака или кошка больные пробежали, то есть, все это очень прямо... Так. Про цветочки тут. И пишет какой-то человек. Сложно мне прочитать. Ангей. Я поругался с женой, поломал все цветы. Но вашу... А, ему узел не вяжется. Не знаю, про что он там. То есть, ладно, пусть остается... Его дело. Так, опять днем рождения пошли. Потому что просто комментарии я читаю, которые не отвечены, то есть, или уже отвечены. Ну, вот, и там просто они в разные, то есть, которое видео идет, то есть, они не по порядку, по видео идут. А, вот я, наверное, лампу кварцевую надо, то есть, это да. Так. Лялюшка. Ой. Ну, тут все желают, то, что, чтобы, не дай бог, инфекции. Ну, вот Анжелика пишет, нужно быстрее сделать прививки и раздать.
мы тоже все боимся и молчим. То есть, ну вот просто так раньше тоже нельзя ставить прививки, то есть вот наобум, то есть когда захотел, тогда и поставил. То есть поэтому я уже буду консультироваться без ума, без памяти с Еленой Пантелеевной, то есть это... Фух, дай Бог ей доброго здоровья, Бог послал мне человека. Так что вот, ну на сейчас пока все, Сашулька у меня в школу собирается. Если кому не ответила, вы уж меня извините. Завтра, послезавтра поотвечаю еще, если что-то пропустила, вы уж напишите, пожалуйста, еще раз. А всем хорошего дня, всех целую, обнимаю и удачи вам во всем.